שלום, היום קיבלתי חבילה מדואר. Здравствуйте, сегодня получила посылку с Китая, китайского сайта AliExpress. Кибальте хабила мисин, не атар AliExpress. Посылка шла примерно 3,5 недели. Хабила и гебы толк шалыш вакытся шивают. Я заказала детям перед школой цветные карандаши. Они из мантели ладим, ле бетсефер и фронот севы. Очень хорошего качества. И сримварба своим 24 карандаша цветные. Вот можете посмотреть. Если вы захотите купить карандаши в Китае хорошего качества, можете мне написать. Я вам вышлю сайт, где я купила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Если вы заинтересованы в магазине, в каком именно я купила на сайте AliExpress, я могу вам выслать линк. תרשמו לערוץ שלי, תשימו לייק, ואם אתם רוצים לקנות עפרונות וכתובת של החנות, אני יכולה לשלוח לכם לינק. סיבוב הראש שלה, בסידניה. להתראות.